Берег моего детства. Здесь птичьи базары, где детьми мы собирали яйца. Рядом были лежбища зверя и охотничьи угодья моего деда. Эти скалы, населенные птицами, возвышались над нашей ярангой, и тропинки, протоптанные нами, разбегались от яранги во все стороны света. Я эскимос и называю себя Юпик, настоящий человек. Так же называли себя мои предки. Они пришли на эту землю 35 тысяч лет назад. Основа их жизни была охота. Я тоже охотник. Я родился и вырос на этой земле. Раньше от добычи зверя зависела жизнь людей. Если охотники возвращались ни с чем, в селении наступал голод. Удачная же охота была радостным событием для всех. На берег высыпало все селение и устраивался праздник. Мы добываем моржа для звероферм на корм песцам. Чтобы их содержать, необходимо убивать сотни моржей. Но всякий раз, выходя на охоту, мы все больше и больше сомневаемся, что найдем зверя. Когда я был ребенком, отец часто брал меня с собой на охоту в море. Помню, как я впервые увидел моржа. Это был огромный морж-шишкарь. Он только что стал добычей охотников, и чайки лакомились его мясом. Мне было жаль его. Я громко плакал и бросал в чаек камнями. Это видел мой отец. Он был гарпунщиком, и зверь, которого привезли охотники, был его добычей. Когда взрослые начали разделку, отец подозвал меня. В руках он держал плавник убитого моржа. И он сказал: «Добытый зверь — наш самый дорогой гость, и мы относимся к нему с уважением. Брось этот плавник в море, чтобы душа зверя вернулась в родную стихию».